Астрологический прогноз на 25 ноября 2022 года. Это пятница. Луна находится в знаке Стрелец и действуют рекомендации вторых лунных суток. Энергия этого дня способствует активному наведению порядка. Хорошо избавляться от всего, что мешает вам жить. От вещей ненужных, болезней и плохих мыслей. Хорошо в этот день молиться и посещать храм. В знаке огня Овен, Лев, Стрелец. День хорош для украшения своей внешности, для праздника. Благоприятно делать покупки, учиться и взаимодействовать с партнерами и единомышленниками. Хорошо проводить время с детьми. Возможно, участие в коллективном мероприятии. В знаке Земли Телец, Дева, Козерог. Хороший день для хозяйственных дел, для участия в семейных событиях. Благоприятно заботиться о близких. Возможно, очень полезные покупки. Возможно, удачи, связанные с финансами. Хорошо оплачивать счета и возвращать долги. Также в этот день рекомендуется принимать поступающую помощь и мудрые советы. Знаки воздуха, близнецы, весы, водолей. День хорош для общения, учебы, для работы с документами, встреч, покупок. В этот день окружающие могут предложить вам справедливое сотрудничество. Принимайте поступающее предложение, возможно, участие в развлекательном мероприятии. Знаки воды. Рак, скорпион, рыбы. День хорош для решения финансовых и материальных вопросов. Возможно, получение ожидаемых денег, возможно, удачные покупки. Хорошо оплачивать ремонтные работы, а также косметические и медицинские услуги. В этот день могут сами собой разрешиться задачи, которые откладывались на потом из-за отсутствия нужных людей или других обстоятельств. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.